Всем привет, друзья! Ну что, готовы узнать реальность того, что мы видим? Я буду досконально вам рассказывать все подряд о том и почему, и зачем, и для чего это все создается. Ну а вы поставьте лайк или хотя бы подпишитесь. За все время вы все слышали, что множество странных событий, объектов НЛО, чуть не вторжения, нападения, какие-то тайные разработки, синий луч, необычные подводные и летающие объекты. И это все происходило на Земле. Но сегодня, теперь мы все знаем, у нас есть телефоны, видеокамеры и много интересных моментов, которые можно заметить. Необычный формат событий, которые создаются для того, чтобы человек понимал о том, что он может видеть. Но так ли на самом деле и почему? Все знают, что объекты НЛО часто патрулируют и часто находятся в таком необычном месте, как Кавказ, как моря, океаны и даже в тех местах, где пустыня. И все это происходило, но как-то странно. Множество событий людей просто не понимали ситуацию, а теперь понимают по-другому. Человек верит в то, что ему показывают, вы все знаете где, в чемодане с двумя антеннами. Да, это телевизор. Но я не хочу вас пугать, я хочу наоборот вам показать. Множество событий, множество технологий, которые на самом деле происходят, это уникальность тех событий и разработок, которые пытались достичь и Советский Союз, и Китай. Теперь мы видим, как эти необычные технологии патрулируют везде. Везде это значит по всему миру. Космические корабли — это раньше был необычный рассказ, история и так далее. Но за последнее время даже Конгресс США понимает о том, что может грозить, если реальность может выйти из-под контроля. А именно, пролетят что-то или кто-то. Для чего это все делается, посмотрите сами. Не зря запускают спутники именно в космос. Не зря, чтобы контролировать извне вмешательства других инопланетных, можно сказать, рас. И множество людей думают, что это как-то похоже на фильм или розыгрыш, иногда подсмеиваются о том, что это может быть не так. Но на самом деле оказывается, что множество событий происходит реальностью. И то, что мы видим, это реальность уже. Трамп прекрасно понимает, и все правительства, которые контролируют момент жизни и действия людей, понимают о том, что может случиться одним днем. Не то, что создаются ядерные боеголовки, не то, что создаются ракеты, самолеты, а то, что создается уже. Испытания проводились во многих интересных учреждениях, и все это под гриф секретности. А что на самом деле происходит теперь? А то, что теперь происходят ужасающие необычные дела. Мы видим как природное явление, но кто это и зачем это делает? Известно только то, что часто контролируемые события, которые приводят к каким-то там жертвам и каким-то там необычным моментам, объекты НЛО часто появляются в тех местах, где происходит что-то страшное. Мы это уже видели. Множество событий, которые землетрясения, наводнения, цунами и что-то еще, вулканы. Часто это происходит в тех местах, где происходит очень активность тех событий. Но на самом деле Трамп и Путин знают о том, что инопланетные корабли, они существуют. И они патрулируют именно границы, границы космических пространств. Посмотрите сами. НАСА часто заявляла о том, что на МКС постоянно что-то прилетало. А самое главное, что-то пугало множество космонавтов и астронавтов. Никто не мог даже понять, что это был объект НЛО. А часть того, что на самом деле готовится, это может быть и подготовка к вторжению. Они оценивают защитную, можно сказать, комплексную, командную, или как называют, ограничения, и начинают входить в наш, можно сказать, мир. Пространство атмосферное, которое контролируется именно всей, можно сказать, человеческой расы, может быть уже открыты двери.
Мы видим, как необычные объекты появляются в таких местах, как Нью-Йорк, как Стамбул, как Москва, Санкт-Петербург, Китай, страна. И это все можно увидеть прямо сейчас. Камеры не так часто могут зафиксировать, но человеческие глаза видят все. Недавно были и в Китае необычные космические прогрессивные моменты разработки. Китай также создает очень уникальное вооружение. Мы это можем видеть, помимо того, что и в социальных сетях, и множество в научном прогрессе. Даже иногда зарубежные ученые иногда боятся о том, что Китай может уже создал какую-то необычную, но очень интересную технологию по названию возмездия. Все это может быть. Но есть и другие события, как и Америка, как и Британия, у них совместные планы, и, конечно, они создают очень интересные разработки, которые в дальнейшем может также быть все по-другому. Мы видим то, что мы не должны видеть. На самом деле есть множество технологий, которые нам усугубляют ситуацию. Летающие объекты, которые стали появляться постоянно, везде, и множество событий, которые на самом деле происходят по всему миру, человек думает, что это вторжение. Возможно, потому что нет подтвержденных данных, нет военных, нет того, что может изменить какие-то действия. Но на самом деле человек ждет их уже очень давно. Но вот вопрос, для чего? Как говорится, множество интересных событий, а майя это знали, что конец света будет 12-й год, вы все это знали, но оказалось это, друзья, реальность. 12-й год это как раз тот год, который был последний мирный год, вспомните сами. То есть человеку дали прожить очень много жизни. И как раз на этом все и закончилось. Начинается новая эпоха. Новые двери, новые события, новое мировоззрение. И те события, которые мы с вами видим и слышим, происходят уникальные и страшные события. А теперь посмотрите сами. Если вам не тяжело, возьмите карту, увидите вы все своими глазами. Цунами, землетрясения, прилеты инопланетных кораблей, необычные извержения вулканов и множество других климатических и природных моментов. Вы думаете, что это так все закончится? Нет, это только начинается. Ну а я с вами не прощаюсь.